Была интересная игра против Локомотива, который занимает на второе место сейчас. Что скажете вы по матчу? Наверное, и зрителям было приятно находиться на трибунах. Команда сейчас чуть-чуть, да, там, даже не чуть-чуть, практически молодые ребята стали играть, да, добавили эмоции в игру, вот, чего нам, может быть, и не хватало. И за счет этого желания, за счет эмоций, желания, где-то что-то мы где-то пролезаем, все в какие-то моменты получается, и блок ставить, и нападение, и подачу подаем. Вот, да, несмотря на то, что к нам приехал лидер чемпионата, да, мы сегодня две партии сыграли очень хорошо, показательно, как бы также хотелось бы и продолжить такой показывать волейбол. Надеюсь, мы будем показывать дальше и радовать наших болельщиков. Конечно, мы тоже надеемся. До конца регулярки уже мало матчей осталось. Думаем ли мы уже о следующем этапе, об играх, которые нас ждут дальше? Что думаем о них? Ну, конечно, в голове есть мысли там, о том же плей-ауте, да, и если мы туда уже попали, скорее всего, мы в плей-офф уже не попадем в этом году. Вот, печально, жалко, да, но сейчас, сейчас, наверное, можно, да, сказать, такое время, да, у нас этот сезон не получается, неудачный, вот, не побоюсь этого слова, да. И поэтому, как бы, да, команда готовится к плей-ауту, где-то какие-то травмы, стараемся залечить, чтобы к плей-ауту все были в оптимальной форме, готовы, и там только побеждать, и больше у нас нет выбора. Сами себя загнали в такую ситуацию, где только победы нам помогут остаться в этом чемпионате, я имею в виду Суперлиги. Вот. Будем стараться. Александр, спасибо большое вам. Спасибо.